Здравствуйте, уважаемые любители рыбалки. Сегодня я вам хотел бы рассказать о том, как я делаю снасть на кефаль. Ну, обыкновенно, вот раньше я делал, брал обыкновенные поплавочки, такие вот, как продают братья-китайцы, и на основании этих поплавочков делал снасть. Ну, это почти такая же снасть, как и на гринхауса, поэтому на ней, мне кажется, нет смысла останавливаться. Но в последнее время, те люди, которые ловят постоянно кефаль, поделились с таким интересным изобретением. Значит, в чем оно состоит? Это лак для ногтей и обыкновенные блёстки. Значит, в чем его прикол? Вот смотрите, обратите внимание, как блестят эти поплавочки на солнце. Ну, и также оно будет вести себя и в морской воде. Рыбка, кефаль, она любопытная, и вот сама подойдет быстрее к нашим поплавочкам. Так, для этого мы красим поплавочек. Я просто покажу, как это я все сделал. Но вот эти поплавочки заготовил заранее, они должны высохнуть. И просто сверху притрусил нашим блеском. В результате получается готов у нас принцип. Все, уберем сейчас лишнее. Давайте теперь свяжем снасть, так как мне рассказали специалисты. Так, для этого я беру леску 0,28 флюорокарбон и начинаю ее вязать. Как всегда, в конце делаю петельку для нашего грузика. Так, беру определенное количество лески. Это у нас вот ствол. И возьму кусочка лески и начну привязывать поводки. Первый поводок, так же как и на пеленгасе, мы делаем сам чуть повыше. Для чего? Чтобы червяка не сжирал бычок. Вяжу второй. Где-то посередине. Третий.
Теперь поставим наконец наши оснастки РУС. РУС я беру обычно пулю. Пуля, она хорошо далеко летит. И нормально держит дно. Так, и далее начинаем привязывать крючочки. Надеваем наш шарик пенопластовый. Теперь самое интересное — это выбор крючка. Значит, я считаю, что крючок должен быть тонкий и не портится в морской воде. Ну, что-то типа такого. Значит, длина поводка где-то в пределах 70 сантиметров. Больше я не делаю. Начинаю вводить крючочек. Просто его беру на крючок. Вот что у меня получилось. Вот такой крючок. Ну, в принципе, также второй, третий. Руки, конечно, все в этих блёстках, но это издержки производства. Это никуда не денешься. Ну, последний крючочек. Вот такая у нас получается снасть. Вот такая вот интересная красотень. Так как кефалька у нас рыба любопытная, я так думаю, она на это должна купиться. Все, будьте здоровы, ни хвоста, ни чешуи. До скорых встреч!